Где-то тут был Мишка. Мишка, Мишка. Вон он. Не знаю, трогать его, не трогать. А вот там, наверное, гора. Драконья. Блин, надо зайти посмотреть, что ж там такое вообще. Живут они там. Живут или что они там делают? Медведь пасется. Ну, вроде никого нету. Блин, подумал, что какой-то рыцарь стоит. О! Это что такое? Распластавшееся что-то. Ледяной тролль. Ого. У-у-у-у. Это что у нас? Морфл. Такой вид с горы, да? Ну там ничего не видно. Простор такой. А на кого? На кого напоролся этот ледяной тролль? Так, тут лестница, понятно. Это надо было в обход обходить. Сохранимся. Это что такое? Какой-то стол. Пойдем наверх. Что-то тут мне не нравится. Пик древних. Еще один. Еще один тролль. Скелет. Три скелета. Костная мука. Жир тролля. А, вот тут слово. Блин, красиво. Вообще классно. Так, а тут что? Фалгунтур какой-то. Это что там, корабль какой-то? Красиво. Высоко, красиво. На, слово. Блин, сейчас какая-нибудь тварь опять выскочит. Какая-нибудь выскочит. Корова. А что тут коровка делает? Сейчас, сейчас, подождите, я к вам вернусь. Сейчас вернусь, сейчас вернусь. Разведать тут надо вокруг. Чтоб никто не выскочил. Череп.
А, вон сундук. Так, сохранимся. Так, это новое слово. Ну давай. Изучено слово сила, оружие, разоружение. Так, что это? Разоружение. Сталь подвластна этому крику. Вы вырываете оружие из рук врага. Классно. Так, открыть его. Ой. Опять не то нажал. Открыть. Есть такое. Так, безжалостная сила и огненное дыхание. Хорошо. Сундучок. Даже не закрыт. Сыромятка хорошо стоит вообще. Магическая. С 5 это тоже отлично. Маленький камень. Двемерский меч. 12 веса. Ну, 13 урон возьмем. Ну, блин, зависло. Так. И все, тут больше ничего нету. Так, это что видно? А, тут домик. Тут домик. О, большая гора какая, туда бы забраться. Отходи. Ну, опять с тобой та же проблема. Ну, иди давай. Ты отходить будешь? О. Ну, слушай, вот это вообще троллина такая. Трехглазая. Ледяной тролль. Страшная машина. Неужели вас дракон завалил? Столько там всяких пещер. Дорога внизу там, да, ступеньки. Это, видимо, оттуда идут. Вот там пещера бандитская явно. Перевал. То есть не перевал, этот самый проход в скалах. Ой, застрял опять. Кустики. Так, а это что? Тут город слева. А там внизу что? Тут слева город. Так, и тут лестница. Слушай, еще один тролль. Тут двое троллей. Да если бы я сюда пришел, они были бы живы. Это было бы весело. Так, там какой-то... Какой-то здесь... Комплекс. Сооружения какие-то. Пролина такая, а?
Да? Какой-то комплекс конкретный. Так, а где же город? Прямо Морфал. Вот там, да? Ну ладно. Кто-то летает, что ли? Птички? Да ну, здесь мороз такой. Откуда птички тут? Кроме троллей никого и нету. Снежный ягодник. Что, рассвело, что ли, уже? 5:11, да? Так, а дорога ведет. О, на ту сторону. Мне туда не надо вообще. Наверное, я туда не пойду. Спуститься придется туда вниз. Ду-ду-ду-ду-ду. Сюда, наверное, или сюда. Или сюда. Пока мы в Морфол в этот не пойдем, наверное. Что тогда? Сколько у меня там вещей? 268 на 320. Так. Куда можно переметнуться? Вот Греймур. Так, это очищено, очищено. А пойдем-ка домой. Поспим, отдохнем. А, я вообще-то приду уже днем. Ну ладно, но все равно очень долгий путь. Что-то я залез так в горы далеко. Не рассчитывал, хотел там по округе просто побродить, но это дракон меня зацепил. Тролль обладает способностью восстанавливать здоровье. Это плохо. Так, у меня что-то есть на продаже? Какое-нибудь оружие. Так, двемерский меч. Двемерский. Это из той серии. Двемеры. Так, этот 16, этот 13. Серебряный 10. Ну, я ж не буду двумя орудовать. Небесный он пока самый нормальный, да? Так, а что у меня с броней? Что-то я набрался, там не набрался. Клепанка. А, у тебя, наверное, много. У тебя, наверное, много, давай зайдем. Приветствую тебя в доме воителя. Я все еще здесь. Пусть название тебя не смущает. Я с радостью понесу твою ношу. Давай понесем ношу, так. Ты этим луком пользуешься, не пользуешься, не знаю. Золото у тебя не прибавляется. Так, железная секира 18, это 19, а ты пользуешься секирой двемерской 23. Значит, что? Заклинание с этой надо будет снять. И, наверное, с этого меча тоже снимем. Может, на эту секиру положим. Не знаю. Драконья чешуя. Драконья кость. Ну ладно, дома положу ее. Так, ничего у тебя нету. Ничего, что можно продать. Показывай дорогу. У нас и мелкое оружие есть, если... Давай. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Оружие.
Давай продам этот серебряный, он мне не нужен вроде. Не сильно я там в ближнем бою. На, продадим.